там что-то. Я говорю, стой, ничего не трогай, ничего не трогай. Я так на нее смотрю, у меня вот здесь вот голень, а вот здесь коленная чашечка вот здесь. Я так на нее не понимаю, что это первый день трехдневного семинара. Я беру вот так вот, раз, раз, раз. Ни хруст, ничего не было, просто вот вставил. И потом три дня ходил без бинтов, без ничего. Обратил внимание, когда приседаем на одной ноге, я на левой стороне нормально, а на правой бах, она у меня до какого уровня, а потом кость вылазит. Это кость, ну что за прикол? То есть что за... Иду к доктору, он мне говорит, ты что, батенька, операцию? Ну это, говорит, связки, мы растянулись как